И к новостям экономики. К концу 2013 года ситуация на рынке жилья Украины постепенно стабилизируется. Финансовые учреждения открыли свои кредитные программы, что, по мнению аналитиков, приводит к активному росту покупательской способности украинцев. По данным финансово-аналитического сайта BINF, процентные ставки все еще остаются высокими. Мы проанализировали ситуацию с кредитованием в Украине, и на данный момент процентная ставка при покупке жилья составляет 24% годовых.